И снова всем здравствуйте, друзья мои! Вот, наконец, я решила вам снять еще одно видео. И это видео, вы знаете, это только начало моего огромного и долгого путешествия. Вот именно здесь, да, это Венеция, друзья. И я, вы знаете, посетила Венецию и встретилась там с моей семьей, с моей дочерью, зятем и моим внуком. Я вам сейчас просто хочу показать анонс коротенький, потому что наше великолепное путешествие, оно продлилось 3 недели. И я сняла для вас очень много интересных мест в Венеции. И я приготовила для вас, наверное, тоже какие-то интересные сюжеты, как обычно. И мы с вами все это будем сейчас смотреть на протяжении, наверное, нескольких дней. Вот я просто сегодня хочу показать вам совсем немного, маленькие кусочки того, что я для вас здесь в Венеции наснимала. И я жду вас всех, друзья, на своем канале. Не пропустите мои новые видео о моем путешествии в Венецию и моей встрече с моей семьей. Как называется эта штука? Полента и фунги. То есть это каша с грибами. Кукурузная каша. Кукурузная каша с грибами, да? А это у нас хамон. Специфически здесь. И горячие воздушные хлебцы. Это буффало, сыр, томаты, черри, руккола и еще какой-то сыр. Пахнет все вкусно, сейчас будем пробовать. Отражается в воде. Посмотрите, как красиво. Ой-ой-ой. Выглядит дорога скоростная.